Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Я на месте. Миледи пока с Викой. Говорит, не снимай, говорит, да я пробегаю с ней. Она занимается. Посмотрите, сколько собачек. Здесь покажу. Много сегодня снимать не буду. Потому что здесь тесно. Давайте я покажу, что там борется. Сибочки. Так непривычно сибу видеть на скор. В основном они на РКС. Какой, а, массив? Это же массив, правильно? Белая сиба, не признак ракаев, скорбизма. Тетя эти моя, моей любови. Вот так. Такая, знаете, у меня специально какая ассоциация такая. Красивая, элегантная девочка, такая миниатюрная, аккуратненькая, смотрите. Дай денег на шмотки. Хочу на Мальдивы. Хочу Cartier. Вот все эти шпицы у меня с такими дамами ассоциируются, с девушками. В этом ничего плохого нету, конечно. Это разбойник. Ух. На страже. А этот думает, сожру, даже не задумываюсь, да? Почему хоть упаковывает? Мальчик? Мальчишка. А так кто идет? Да кто идет? И ты что за дикий мальчик идет? Глазки. Тише. Так, не надо, чтобы он возбуждался. Ладно, давай в сторону. Давай сюда, дай подержу. Здравствуйте. Привет, братка. Давай его уберем в сторону, а то он сейчас перевозбудится и... Иди сюда, Варя, давай сюда. Дорогие, сюда. Один из королевских. Один из шикарнейших. Вот сюда его в угол убери. Вот здесь успокоим его. Иди сюда, Варя. Ушастый. Не прыгай. Хочет, да? Да, хочет. Ну пусть прыгает. Все, успокоился, да? Да, внутри будет. Здесь сразу тебя пропускают тесно, поэтому друг друга страхуем. Миледи пока здесь бегает, друг друга страхуем. Да какой, да уже какой ты, а? Что за буйвол маленький? Почем? Хендлера нашли. А, тут не был же на выставке? Ой, вот мы сегодня с тобой здесь попотеем, чтобы ты понимала. Когда выходишь на ринг, народу много. Ну, конечно, уровень тут эксперт. Знаешь, это центральный офис Кор. Здесь. А где вот крески? А здесь, вот я тебе поэтому и говорю. Сейчас я тебе расскажу. Да? Можно не найти здесь? Не, дело не в этом. Там внутри клетки не поставишь. Там ты заходишь выставляться, и там выходят те, кто выставляется. 4-5 человек, нет места для клеток. Вот так вот здесь. Здесь нельзя? Что нельзя? Клетки. На улице? На улице можно. Ну, тогда на улице поставим. Ну, давай, хочешь, я тогда подержу его, ты иди на улицу. Да, здесь поставим. Тогда да, ты что, что за... Две красивые... Это девочки или мальчик? Девочка. Две красивые девочки, правильно сказал. Миледи где? Миледи занимается. Ее занятия Вика не показывает никому. Скрывает. Такое ощущение, как будто Миледи в розыске. Ты не очень нравишься. Как вы, скажи свою оценку. Он скажет, ты же профессионал в этих породах. Ты мощный такой. Ты мощный, да? Ты мощный. На Стаффа чем-то похож? Вот, да. Поэтому ты и так его тюск. Я так и понял. Она умирает за Стаффов, чтобы ты понимала. Она в Стаффах номер один. Поэтому я так и понял. Знаешь, что вот она говорит, тащусь, значит... А? Это у меня фаворит среди всех. Он? Среди всего помета? Да. Следишь. Да. Заказывай, бронируй щенка. Щенки от 2 миллионов от него. У меня стафы. Тогда тебе за 1 800 000. 1 800 000 и щенок твой. Документы переделаем. Документы иностранные, импортные. Я говорю, а вскоре поменяем на стафы. Да? Что там, все равно пишут, что там отец их булли, мама их кролик, там хрен тебе пойми, что пишут. Вот это англичанин, а вот где как, смотрите, какой мой. Это же английский, правильно? Это английский бульдог? Старый. Старый английский.
Староанглийский от английского отличается, да? Соник, мне кажется, что он в твоих генах, он тоже есть, этот староанглийский, Соник. Ну все, дорогие друзья, подготавливаемся к леточке, млеточке. Все готово. Вот это, вы слышишь? Вот это щиток прям к тему. Выгул собак запрещен. Посмотри сюда. Выгул собак запрещен, дорогие друзья. Вот эти дети, посмотрите, да, посмотрите, как... Ой, посмотрите, как они смело, да, подошли? Ой, молодцы. Вот, поцеловал. Вчера он так вот Давидик у тебя... Лапками? Лапами. Все, Никутик, посмотрите на его морду довольна. Он не рассчитывает. Посмотрите, ну как стоит. Может этот помет налететь? Как это мандавошка, а, извиняюсь за выражение. Как может такой помет? Посмотрите, как он. Не знакомите, посмотрите. Посмотрите, какая милота. Довольна. Тебе моя мордочка сладкая. Да, ему нравится. Тебе моя мордочка сладкая. Внимание. Ты такой красивый мальчик. И ты красивый мальчик. И ты красивый. Все красивые. Радуется. Ради таких моментов, дорогие друзья, хочется жить. Ой, затискал, ой, целуется, целуется. Пока ну хватит. Ставчик. А что он делает? Какой красавец. Там так стоит, красиво, так стал, позирует. Посмотри. Став же у вас, да? О, привет. А, посмотри, какой. Посмотри. Вот так хочется на него смотреть. Сколько ему? Полтора. Хочется смотреть и смотреть на него. Посмотрите, как ухоженный, занимается. Спокойно. А если не строгать, он будет дергаться? Молодости может, но не вот что. Просто на всякий случай, да, у вас подстраховка? Спасибо. Ну, хороший. И такой лиловый цвет это получается, да, такой? Лиловый окрас. Хорош, хорош. Вообще люблю эту породу. Ну все, мы пошли готовиться. Ну что, Милетичкина подзанималась, подготовилась. Ай, молодец, сколько азарта в ней, а? Иди сюда, иди сюда. Ай, молодец. Мальчишке хочется. Мальчишки хоть. Паши. Молодец, моя красавица. И как это хорошо позанималась с утра прям. Посмотрите, как она. Посмотрите на ее фигуру, дорогие друзья. Давно вы ее не видели. Посмотрите на эту мышечную массу. Я говорю, с ней подготовка идет. Пойдем к брату. О, граф, родственники. Кто там? Кто там? Где брат? Там что-то не обращает на него внимания. Где брат твой? Где твой брательник? Леточка. Набрала, да? Набрала. Ну да, брат, такие занятия идут с ней. Сразу, да, мышцы вар? Да, да. Ну, занятия идут, я же говорю. Смотри, ой, ты хорошо. Ой, хорошо. Подержи его. Подержи, я поснимаю ее нормально. Соник, я выдрю. А ты какая, дорогие друзья, посмотрите, как она. Ох, тигрица. Ох, львица моя. Иди-ка, ты мой лев. Ты мой лев. Скули пою. Их можно в одну клетку, Вар. Пусть вдвоем сидят тут. Погода хорошая. Самое главное, да, я его подержу, ее. Ага. Идет. Давай. Смотри. Давай потом снимем. Мне кажется, они там убьют друг друга. Не. Ну, имею в виду, Соник с ума сойдет. Не, у нее течки пока нет, так что нормально. Жди, жди. Вот, заказываем щенят от брата и сестры. Сумасшедший и бриндинг. Ты слышал, да, что вчера Сэмик сделал? Да. Разорвал. Ну пока ничего не горит на канале.
Посмотрите, родня вместе. Поцелуются, целуются. Привет, сестренка, привет, братишка. Как дела, что делала? Сразу ты поняла, да, что это пропустили? Кстати, голова на голове. Они готовы пойти разобраться, Вар. Миледи набрала, дорогие друзья, 2,5 килограмма. Это нормально. Она в этом возрасте расширяется, не занимается плаванием, поэтому расширяется. Такой становится буйволенок. Они как вдвоем в одну сторону, туда-сюда, туда-сюда. Но обратите внимание на голову брата и на Миледи. У него глажка в два раза больше, чем у нее. Ты что там, культурно себя веди, у нас так не принято. У нас так не принято, мальчик. Ай, какая красота, да, какая грация, посмотрите. Ух, ух, кто не успел с этого помета взять, как вам не повезло. Посмотрите, какие. У них еще на груди одинаково, то есть у него белая, видишь, полоска. Да. И окрас у них почти одинаковый, да, вот так если приблизить, Вар? Да. Чуть незаметно, гляди темнее. Прям незаметно. Чоколетка, чоколетка. Вот, привел ее. Выросла, да? Растем, растем. Скоро, я говорю, на выставку, знаешь, будет организаторам приятно, когда наши питомцы будут приезжать на их выставки. Это когда сначала звездами становят, так, знаешь, сами напрашиваются, можно у вас выступить. Да, а потом уже получается, когда они звезды. Ты знаешь, мы тоже с тобой звезды, поэтому... Однозначно. Да. Секрет там находится. Только без раскрытия секретов. Вот они. Ну все, дорогие друзья, мы ожидаем. Подготовились, с утра пробежались, подготовились. Сейчас ожидаем своей очереди. Время у нас московское 11:32, 12:45. Время есть. Адаптация, акклиматизация, как я говорю. И в бой. Женщины держат кулачки, мужчины кулаки. Да? Девушка подходит, говорит, они в взрослом классе, говорит, участвуют. Я говорю, нет. Ты понравились? Да. Понравилось? Понравились вы? Ой, запел, поет, он поет. Он у нас в хор ходит. Это он... А, вот он что хочет. Дайте ему поиграться. Спасибо вам. Сколько хвалебных слов, дорогие друзья. Миледи уже узнают. Соник узнает, всех узнают их уже. Звезды тоже, у меня звезды. Вкусняшку не взял, я, да, ты тоже? Я поеду, тут нету, поеду. Не надо, не надо, сейчас я достану здесь. Жди и от меня, и от меня, говорю, жди и ты, и я от Вики. Сейчас мы получим свою порцию десерта из-за вкусняшки. Дорогие друзья, ни я вкусняшки не взял, ни Вартан не взял вкусняшки, не, Дарина. Не, есть там мало. Не, у меня тоже сыр есть там. Не, у меня есть хорошее. Это хорошее. На показе хватит. Да? Ну все, дорогие друзья. Как Вика будет ругаться, обязательно засниму, вам покажу. Без этого никак. Тогда ты сейчас постой, я пойду посмотрю, где если, там вкусняшки достать. Если нормально, как бы, сможешь это правильно, надо, как стоять. Садись. Дорогие друзья, нравятся мне эти старые английские? Поснимаю для вас их чуть-чуть. Я же не знаю, здесь сравнение, сутки, кабель, я же чуть-чуть задержался, потому что... Анатольевна любит смотреть, поэтому для Анатольевны, Ларисы Анатольевны, поснимаю. Это старый английский, а у Анатольевны английский. Вигуля. Сейчас пойдут французы. Чуть-чуть для вас тоже поснимаю французов, их очень много. Они уже были? Часть была, часть будет сейчас. Извините, мне раньше не заплатили, чтобы я приехал.
Вик, сколько этой породе лет? Да недавно вроде. Недавно? А английские? Вообще, английские, мои соседи породы. Ее не было в стойке. Поэтому называют континентальный движок. Не старый английский, по-другому называют. Ну, даже так, видите, как интересно. В разных организациях по-разному называется. Слегка загруженный корпус. Глубокая, широкая. Конечно, без замечаний. Пожалуйста, пройдите. Очень интересно, кого выберет эксперт. Французские бульдоги, юниоры, заходите! Первый вот этот. Так. Кобелем будем сравнивать? Кобелем, во сравнении с кобелем. А кобеля можно? Да, она. Номер 51. Кто из вас? Кто выиграл? Мы вторые. Вторые. Будет первый. Так, там французы. Давайте вам покажу. Вам покажу подарки. Сколько здесь, какие подарки. Кубки. Посмотрите, какие кубки, дорогие друзья. Ничего себе кубки. Богато. Дорого, богато. Вкусняшки. О, что за корм-то? Да, турецкий. Хорошие кубки, большие, хорошие кубки, интересные. Рюкзаки. О, фен, как он, компрессор. О, ничего себе, а что это такое? Ну, интересные призы, я вам сказал. А, Викуль? Ничего там 12 вести, у него ничего нет. Перерыв. Призы-то какие богатые, а? Не всегда хорошие. Это вы уже опоздали на призы, мы уже половину раздали. У нас все-таки чеки уже раздали. В следующий раз заплатите, пораньше приеду, проблем нет никаких. А вот это вот подарки стоят упакованные, это подарки на конкурс. Так, я не пойду. Мне уже пятый раз говорят, не пойду я. А очень зря не пойдете. У нас мужчины любят этот конкурс, поэтому туда идут хорошие подарки. Потому что Паша выиграл. Конкурс веселый, конкурс достаточно. Вот, дорогие друзья, посмотрите, как уговаривают. Вот смотрите, вот здесь стоит. Мы не уговариваем, мы предлагаем. Ну, здесь алкоголь, а я не пью. Так бы я пошел бы. Подарите. Мне отдашь. Я пью. Так, я тебя позиционирую как трезвого хендлера. Трезвый хендлер. В рабочее время. Трезвый хендлер. Я тебя поздравляю, солнышко. Зеленой дороги тебе. Спасибо. Счастья. Потом спасибо. Покажешь? Засветишь? Конечно. Кровно заработанное. Дорогие друзья, у нас Викуля Королевна на крутой тачке теперь. Можно было не рассказывать. Ну как, я же правду говорю, Свет, ты знаешь. 12. Вы же пока, у вас пока нет никого? Я с вашего разрешения пройду. Что не сделаешь ради своего подписчика. Дорогие друзья, я организатором, это нормально, когда показываешь выставку. Так, следующий номер 58, да, должен быть? Смотрите, какие красивые французы. Вообще порода суперская. Постоянно в бестах участвуют. И часто побеждают. Смешные, да, эти французики? Такие классные, смешные.
Так, все, поснимал, дорогие друзья, не буду отвлекать людей. Я пошел к нашим собачкам. Где, посмотрите, моя любимая овчарочка. Вот посмотрите на это, троица. Это, получается, все овчарки, да? Да. А смотрите, какая красота. Розовые ушки, смотрите. Ой. Ах ты. Они уже, мы уже с ними это, сбратанались. Сколько, расскажи, мелким, корги, сколько? 3 месяца. А овчарки? А, год был в июле. Дорогие друзья, титулованная овчарка, чтобы вы понимали, практически все выставки забирает. Это какая овчарка? Как? Белая швейцарская овчарка. Белая швейцарская овчарка. Одна из коржат, которая мистик с черной спинкой, она сейчас на продаже. На продаже, да, реклама. И что, сколько стоит, скажи, мало ли люди? 75. 75 тысяч. Ни хрена у вас цены классные. Ну, потому что мы тут. Да, дорогие друзья, ребята выставляются, я покажу им себя на всех выставках. Всегда, ни одну выставку не пропускает. Она любит поскандалить иногда. На всю выставку ее можно услышать. Молодой человек спокойный, всегда делает свою работу. Вот такая красота. Правильно, правильно, молодцы. Потому что вы работаете. Да. Вы не сидите дома и просто вам титул на голову не сыпется. А вы работаете, приезжаете, ездите. Удачи, ребят. Рад вас видеть. Спасибо. Да, да. Серьезно. Ну не могу не ходить, вот не фиксировать их не могу. Посмотрите, как. Вот как можно его не зафиксировать? Смотрите, как эту красоту можно. Это мальчик или девочка? Мальчик. Мальчик. Сколько мальчишке? Год. Годит. Посмотрите, какой классный. Серьезный парень. А ты какие ушки красивые. Какой серьезный парень. А какой ты медийный. Как ты позируешь. Молодец, молодец. Чего это такое, да? Пристают, да, скажи. Сижу себе спокойно, подошли какие-то непонятные люди и пристают. Удачи вам. Спасибо. Представляете, миллиметр от меня, дорогие друзья. Я к нему. Это знаете почему? Я ему к спиной отвернулся, а он не любит. Джентльмен, извини, пожалуйста. В моменте я прям... То есть доля секунды я бы остался без руки, да? Вот это самые серьезные породы, вот это самые бойцовские. Бойцов. Вот это Джек Рассел, этого я говорю. Джек Рассел это мини-питбуль. Ну, посмотрите, дорогие друзья, он и размером как граф, и брыли у графа чуть больше, чем у него. Как на меня косо смотришь. Что ты на меня косо смотришь? Что-то она хочет от меня. Смотрите, как девушка одна справляется с тремя собаками. Смотрите. Эти хаски. Иди кройся. Кстати, они родственники или просто друг на друга смотрят? А, просто? Первый раз. Хаски, кто не знает, разные. Глаза разного окраса у него. Голубой и коричневый, да, там? Нет, голубенький. А, голубенькие. А у него голубой с коричневым. У него разные, смотрите. Эй, покажи глазки, красавец. Думает, отстань ты от нас. А это, если что, разнесет, да? Реально, у хаски голубые два глаза. Смотрите, смотрите, как красиво они стоят, да? В упряжку, да, им и вперед. Да. Игроться хочешь, игроться хочешь. Вот так вот. Анди какой. Судя на его скулы. Ух, какой, а. Крепыш. Смотришь, прям удовольствие получаешь. Вот это понятно, что собака занимается. А то були ходят, как беременные. Только Опа. Француз заигрывает, смотрите. Вы что, контент мне хотите, да, вдвоем сделать? Не надо, не стоит этого делать. Не стоит. Ой, сейчас пойдем знакомиться. Ой, привет, привет. Я присел поэтому, да? Да, да, да. Ну, у них у всех это. А я вот так хотел. Посмотрите, одна девушка, красивая, собачка, пришла на выставку. Вот как надо заниматься. Ну, этот став мне тоже понравился очень. Такой хороший, хорошо сложенный. Нет, сидишь и ждешь. Молодец. Удачи вам всем. Спасибо. Спасибо. Ты такой наглый, а? Ты такой наглый, дерзкий. Смотрите на его взгляд.
Бурзе. Давай, сейчас. Сейчас, давай, по пачке. Дорогие друзья, я уже на выставке, одеваю старые спортивные штаны. Правильно, правильно. Смотрите, какой классный, такой игривый, активный. Ух, так, 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 так. Он всех встречает, провожает. Мне кажется, у него он в душе питбуль. Смотри. Общительный мальчик, общительный. Ой, спасибо вам большое. Вика, она там внутри. Спасибо вам огромное. Сейчас я... Дети подходят, говорят, мальчик, девочка, да. Играйтесь, играйтесь, мои хорошие, играйтесь, играйтесь. Они вот так играются, смотрите. Вот так у нас игры идут. С детишками. Агрессивный помет, да, злой. Как говорят, Вард, агрессивный злой помет это? Очень злой, посмотрите. Как с детишками сходили. Детишки не отходят от них. Нравится вам? Да. А у вас какая собачка? Какой породы? Американский булли. Американский булли. Вот он. Который новый. Свой тоже, да? Агрессивный, да? Очень. Прям сожрет всех. Да. Да. Видишь, какие мальчики, да? Плаксы, правильно? Не то, что девчонки. Девчонки смелые. Нет, тебя это не касается, ты смелый мальчик. Дорогие друзья, как можно это не смотреть, не получать колоссальное удовольствие? Ради таких кадров, ради таких историй, ради такого можно жить и жить. Посмотрите. Смотрите, поросенок лёг. А их кобель ревнует, смотрите, ревнует. Друг друга цеплять случайно детей. Не. Во время игры, когда друг с другом, через клетку нет. Видите, Вардан как переживает. Не переживай. Вот, вот так. Представляете, какая социализация там для собак, да? Дети, собаки, все. Люди вообще выходят на социализацию, просят, чтобы детишки гладили. А вот здесь подходит и гладит, и играет. Ну не прелесть, дорогие друзья, ну не, вы знаете, ну какие кадры, а там. Я мужчина, у меня сердце растаял, увидев такую картину. Дорогие друзья, посмотрите, какая гиперактивная стала. Смотрите, что это творит тут. Миледи? Миледи. Иди, где хаски твой? Вот он. Она с хаски играется. Ваше Величество. Что руку не... Слышишь, ты что с ума сходишь? Как она за всем? Через 5 минут мы заходим. Первая выставка. Пойдем, пойдем, пойдем погуляем, пойдем. Ну, как она вам? Миледи? Миледи. Вот, хорошая тоже, вот, посмотрите. Вот, посмотрите, какая красивая. Такая послушная. Так, они опять вместе. Дорогие друзья, смотрю статуэтку, думаю, вторая, потом зашевелилась. Знаете, зашевелилась. Мы уже готовы, заходим, посмотрите, что тут творится. Сколько народа, вот это, вот, миледи у меня тот, да. Вот нам надо сейчас пройти. Здесь зал небольшой, поэтому вот так себе. А где Олеся? Да, я бы был, она пришла. Знаете, еще надо собаку держать, смотрите, питы, питы. Здесь надо удержать, чтобы, не дай бог, они друг с другом не... зацепились. Так, Соник пошел выставляться. Переходим на канал Соника.
Pitbull Sonic на YouTube-канал. И ожидаем, и смотрим, какой результат. Смотрите, еще питы. Питы, посмотрите, сколько питов. Так, аккуратно, аккуратно. Олесечка, привет. Привет, можешь бросить куда-нибудь? Всего 5 кобелей. Дорогие друзья, Sonic. Переходим на канал Вартана и смотрим результат выставки Соника. Так будет справедливо и честно. Да, Вартан? Да. Переходим. Все. Вот Соник. Хороший конкурент. Ждем, ожидаем. А я поснимаю для вас Миледи. Три суки юниора и три кобеля. Три суки юниора и два кобеля юниора, правильно? Три. Да. Два кобеля и три суки, да. Два кобеля и три суки. Есть конкуренция. Ждем. Дорогие друзья, Миледи, как выставлялся Соник, смотрите на канале. Да. Порода достаточно костистая, женственная. Голова правильных линий, пропорций шеи длинная, с хорошим выходом. Выраженная холка, прямая линия верха. Достаточно глубокая, широкая. Конечности без замечаний. Пожалуйста. Сами все слышали? Движение свободное. Оценка очень хорошая. Да. Оценка хорошая получили, дорогие друзья. На. Зубы. Номер 32. Прикус нормы. Зубы комплект. Да. Угу. Стой. Стой. Породные. Стой. Квадратного формата. Стой. На. На. Супер. Стой. Слегка загруженный корпус, голова правильных линий и пропорций, шея достаточно длинны, выраженный холка с прямой линией верха, достаточно глубокая, широкая, конечности без замечаний, пожалуйста, туда обратно. Все равно. Да, это наша, чуть на Миледи, я предупредил, чтобы убрали в сторону собаку. На, стой, стой. Да, зубы покажите эксперту. Смотрим на маму. Покажи. На, смотрим на маму. Прикус нормы, зубы комплект. Ну-ка, с той стороны. Да. Супер, на еще. Породная достаточно костистая, чуть растянутого формата, голова правильных линий, шеи достаточно длинны, выраженная холка, прямая линия верха, достаточно глубокая, широкая, конечности без замечаний. Пожалуйста, туда, брат. Вик, убери ее от нее, пожалуйста. Ну, куда ее? Стой. Движение свободное, шкорт. Так, все вместе, пожалуйста, в большом кругу. На, пошли. Блин, собака, я просто подальше от Миледи, а то... Вы первые? Есть! Есть! Есть, дорогие друзья, есть! Победы всех! Спасибо! Сейчас выходим на сравнение. Мы взяли сразу сравнение кобель с лука. Есть! Есть! Это сука питбуль просто как кобель. Thank you.
Взял по кругу. Эксперт задумался, дорогие друзья, выбор. Конкуренция шикарная. Ну, кабели, сука, равней. Так. Кабель первый, сука, второй. Поздравляем, да, дорогие друзья. Ну, кабель сформирован. Классный, шикарный. Поздравляем вас. Спасибо, спасибо большое. Дорогие друзья, мы взяли ЦАЦ. Мы это сделали. Видимо, я красавица. Так, кабель сейчас, Соня. Это вторая, дорогие друзья, вторая выставка. Но, повторяюсь, вышел Соник. Какие результаты? Смотрите на канале Вартана. Вартан, только на ринге заходи, сбоку встань. Мы отходим в сторону, пусть эксперт выбирает. Очень хорошая конкуренция, очень хорошая. Все, переходите на канал Pitbull Sonic и увидите результат. Смотрите, эксперт объясняет какие-то достачи, недостачи собаки, все рассказывает. Вот сейчас их еще выбирают, я просто вам подключился показать. Ты можешь спокойно подойти, или эксперт может спокойно тебя пригласить во время ринга и объяснить, что и где надо делать. Вот за это я уважаю вот такие выставки, где эксперт рассказывает, говорит, и ты начинаешь подготовиться и понимать. Вот. Ну что, дорогие друзья, сейчас вторая выставка, суки. Какой результат получил Соник, переходите на канал, узнаете. А сейчас мы снимаем... На этой выставке две суки. Миледи, 10 месяцев 23-го. Суки, 15 месяцев, чтобы вы понимали разницу какую. И той суки было больше, по-моему, год и 3, год и 4 было. Чтобы понимали, опять Миледи самая юная. На ту сторону я сейчас сюда спрячу, чтобы никому не мешать. Каждый раз, когда ждешь описание из Петроги, то есть туда не буду подходить, там близко, к рингу, к собакам. Давайте с этой стороны поснимаем, чтобы было четко. 32-й, напряглись. Так, вы опять находитесь на кубок, у нас док-шоу. У меня оба 32-х. Мне просто не сказали, может, не наклеить 2-й. Ага. Так, теперь напряглись. Надя, как? Да, ручкор.
Есть, 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 есть. Дорогие друзья, две выставки, две победы. Сейчас выставка с кобелем, тем самый кобель. Есть, дорогие друзья, есть. Две цацки взяли. Две выставки, две победы. Ты моя умница. Так, пока Рин свободен, давайте по большому. Дорогие друзья, эксперты выводят на улицу, еще раз внимательно посмотреть, такая конкуренция с кобелем, это очень приятно, когда с таким кобелем шикарно, такая конкуренция, эксперты, места мало, выводим на улицу, смотрите, вся команда выходит на улицу, чтобы, да-да-да, чтобы эксперт на улице, на большей площади посмотрел и выбрал. Конечно, это очень интересно, дорогие друзья, это очень интересно, с таким шикарным кобелем, такое сравнение на улице выйти. Для меня это, спасибо, для меня, конечно, это такой результат. Вот смотрите, отдельно мы заходим туда. Что-то интересное, да, такое? Да, да, такое интересное такое. Выключите. Вот так вот, дорогие друзья. Хотел для вас снять меня. Ладно, выключаю. Дорогие друзья, смотрите, эксперт сравнит на большой площадке. Они уже бегают по 15-му кругу. И еще кругов 20. Походу, эксперту тоже нравится, как им я нервничаю, а она все их заставляет бегать и бегать. Смотрите, все. Смотрите, что здесь происходит, дорогие друзья. Вообще, что здесь происходит? Мы выступаем. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем, дорогие друзья, кобель шикарный. Пусть, сделай, пожалуйста, пусть прыгнет. Я так люблю, когда он прыгает. Ой, тише, 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 тише. Спасибо. Молодец. Молодец. Работаем, все. Работаем, спасибо, нам еще работать. Ай, ты какая молодец у меня, это молодец. Спасибо, спасибо. Сколько вашему? Год и три месяца. Кобель. Вы представляете, дорогие друзья, вот какой шикарный кобель и какая честь. Миледи с таким кобелем. Мало того, места не хватило. Их вывели на улицу посмотреть. Ну и хендлер супер, что говорить. Она всегда хорошо выставляет собак. Молодцы. Поздравляем еще раз вас. Спасибо, вам тоже. И тебя поздравляем. Поздравляем, дорогие друзья. Мы свое сделали. Мы взяли. Мы взяли две выставки. У нас копилки плюс два цац. Это отлично, это супер. Продолжаем, идем дальше. Так, я, наверное, поеду, мне уже ехать надо, дорогие друзья. А, диплом еще заберу потом. Пикуль, результат супер, результат отличный. Постараюсь. А, пойдем, 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 пойдем. Не скромничай, дорогие друзья. Я очень рад, когда члены нашей команды, уже нашей семьи, что-то приобретают. Посмотрите. Вика, а где ты деньги украла-то? Посмотрите на этот автомобиль, дорогие друзья, у нашей Виктории. От всего сердца поздравляю ее с этим приобретением. Это человек, который заслуживает, заслуживает. Мы ее долго уговаривали, потому что она, ей было не до этого, она ездила на своей машинке. А можно в салоне посмотреть? Это что за машина? Ох, какая красивая. Сколько же ты бабок зарабатываешь? Охренеть. Ой, а какой цвет бомбический. Виколь, я не знаю, как в России, у нас за Кавказе и на Кавказе, когда смотрят новую машину, всегда кладут какой-то взгревчик. Да, на денежку кладут. Сейчас, подожди, куда я положил-то? У нас, к сожалению, нет таких обычных. Блин, подождите, дорогие друзья, куда-то положил денежку, не могу найти. Сейчас. Сейчас не могу бабки найти. Я вся в нетерпении просто. Это, говорится, на зеленую дорогу, чтобы она тебе приносила только счастье. Это вот так, дорогие друзья, у нас кладут, вот так сюда. Я не знаю, люди, которые с Кавказа, с Азии, они понимают. Приятно. Я тебя поздравляю. Спасибо, дорогой. Молодец, ты заслуживаешь. Ай, какая красота, дорогие друзья. Ух ты! А кожа, рожа. А разрешите завести, пожалуйста, ваш шикарнейший Разведите. Автомобиль. А какая коробка передач? Да куда деваться? Хабал? А, Хавал! Да. Я думал, Хабал написано, Викуль. Это думаю, не про нас. Да. Мы Хавал. Я тебя поздравляю. Викуль, что скажешь? Надо нам над спинкой поработать, да, сказали чуть-чуть? Спинку надо укреплять. Да. Но она молодая. Она молодая, растет, идет. Она самая идет. Юная, считай, да. Конечно. Поэтому будем работать. Будем работать. У нас уже получается 4 цац.
Одна монопородка. Мы ни разу не проиграли. Одна, мы ни разу не проиграли. 4 раз 5 с тобой. А монопородку тоже считаешь? Ну, монопородка на чемпионом породы у нас же есть. Да, 5. 5 побед, дорогие друзья. Тю-тю-тю, как говорится, мы ни разу не проиграли, не уступили. Готовимся. Всем огромнейшее спасибо. Спасибо, что переживаете. Спасибо, что поддерживаете. Нам очень приятно. До новых встреч. Ну что, дорогие друзья, готовится один из самых интереснейших бестов, бест юниоров. Уехать я не смог. Я машина так встала, такое ощущение, как будто ее на бесте разыгрывают у хозяева, организаторы. Ну что, народ стоит, один из самых интереснейших бестов, бест юниоров. Мы уступили кобелю, шикарному кобелю. Я надеюсь, он попадет в призы. Вот он прям, ну такой цацка, такой классный. Это я не про Вартан, это я про... Про кобеля говорю, цацка, а то подумайте, Вартана восхваляю, вот кобель. Дорогие друзья, жду нас с победой всех, вас с победой. Наш ваш питомец сделал свое дело, мы еще добавили в копилку 2. Миледи идет беспроигрышно, чтобы вы понимали. У нас нет проигрышей, идем, занимаемся. Миледи растет, нам сказали, над чем поработать, обратить внимание на спинку. Чуть-чуть есть на спинке провал, занимаемся. Но это как бы не критично, потому что она самая молодая, чтобы вы понимали. Посмотрите, какой классный бест. Что у нас по призам? Чемоданы. Чемоданы с деньгами? Да? Чемоданы с деньгами. Автомобиль. Посмотрите, какой бест. Первый раз такой бест вижу я. Что у нас тут? Кубки. Вообще, организаторы молодцы. Прям мне понравилось. А? Да. Посмотрите, какая подготовка. Классные кубки. И это, и все. А мы ждем дипломов. И заодно поснимаю для вас бест. Посмотрите, что будет. Народ уже стоит у ринга, решили провести на улице, эксперт в ожидании. Посмотрите, сколько народу, интересно, 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 волнительно. Я, вот мой фаворит, я буду за него болеть. Всех собачек люблю, но вот, дорогие друзья, ну он классный кобельчик. Хорошо, молодец, хорошо подготовлено. Ждем, ожидаем начала Best Junior. Доберман, Канне Корсо, сибирский хаски, старый английский бульдог, американский пит, французский бульдог, американский пит, там Амстаф. Не падаем. Где? Посмотрите классе, количество. Такса миниатюра, немецкий шпицмалый, пудель, той, сива, чихуахуа, длинношерстная. Вот это и есть бест юниоров, дорогие друзья. И вот куда мне встать, чтобы зафиксировать? А я знаю куда, сейчас эксперт отойдет, я наверх встану. Смотрите, я сейчас должен забраться вот сюда, и чтобы для вас поснимать. Главное, чтобы этот пень не упал, чтобы для вас был эфир. Надеюсь, я отсюда не грохнусь, но зато посмотрите, какие кадры для вас, дорогие друзья. Всех видно. Так, мне главное здесь контент не сделать. Девушка смеется надо мной. Смеетесь, смеетесь. Красивым девушкам можно смеяться, ничего страшного. Конечно, владельцы не могут отойти, все переживают. Так, давайте я за ветку схожу. Посмотрите, дорогие друзья, на каком... Посмотрите, где я стою. Вы понимали, куда я забрался? Так, если я отсюда упойду, будет контент самый лучший. Так, обзор сверху я для вас заснял, количество... Вот, смотрите, сколько вот еще здесь просто не помещается. А сейчас я спущусь снизу, вам поснимаю. Блин, это что за липа здесь? А теперь попробуем зафиксировать с этого ракурса вам, не мешая хендлерам, работе, экспертам, никому, организаторам. Вот, 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 вот здесь ракурс классный. Давайте, чтобы я вам подсказал максимально четко всех питомцев. Так, где наш питбульчик? Вот он, вот он, вот он, красавчик наш. Давай, мальчишка, делай свое дело. Все шикарные. И еще раз говорю, дорогие друзья, бест – это шоу. Основное – это то, что мы выиграли, вот это основное. А бест – это приятное, классное, красивое шоу. Но я еще раз повторюсь, как и многие из вас, из наших подписчиков, тоже не понимаем, как эксперт выбирает из разных пород. Ну, поэтому мы не эксперты, а он эксперт и понимает, наверное, что делает. Сибочка, вся мочка.
Похож на самошку. Скоро увидите видео про самурая. Дорогие друзья, все будет, не переживайте. Все отлично, все хорошо, все под контролем. Питбуль стоит в свободной стойке. На третье место Джек Рассел Терьер. Так, держим кулачки и кулаки. Есть, молодец, Моха. Кани Корсо на первом месте. Поздравляю, Кани Корсо, сука, такая классная. Дорогие друзья, наш питбульчик на втором месте. Кани Корсо на первом, Джек Рассел на третьем. Поздравляю всех. Это реально большой конкурс. Шикарнейший, шикарнейший конкурс. Дорогие друзья, на этом наша съемка подходит к завершению. Ну, второй БС, практически те же самые собаки, дорогие друзья. Ну или хотите, поснимаю второй. Давайте тоже второй БС вам поснимаю. Раз уже здесь, там разницы нет. Плюс 10-15 минут. Посмотрим, как этот эксперт выберет и кого он выберет из такой толпы. Поздравляем. Молодцы, молодцы. Так, что, видите, дорогие друзья, вот смотрите, я забылся, снимаю для вас и оказался в середине ринга. Слава богу, сейчас нет участия собак, поэтому я отхожу в сторону. Правильно? Умно говорю. На самом деле, дорогие, вторая выставка, смотрите, на самом деле снимаешь, ты не понимаешь. Вот посмотрите, что здесь, посмотрите, вот они здесь стали, я в середине ринга хожу. Это некрасиво, это неправильно, но ради вас, подписчиков. Эксперт расставил вот так. Ну вот так нам будет четче видно всех собачек. Давайте я так быстро пройдусь, пока на меня обратили внимание, меня с ринга не прогнали. Это второй бест. Смотрите, вот здесь. Сейчас я. Вот. Посмотрите, какие красавчики. Посмотрите, какой пудель. Да, подслушал. Эксперт говорит, 5 штук выберем. Потому что, ну, дорогие друзья, я не понимаю. Вот. Не все дожидаются. Но здесь, знаете, удобно, что было? Сразу после выставок бест был. Поэтому мне... Я пока еще диплома не получил. А диплом обязательно надо брать. Поэтому я остался. Думаю, вы любите бесты, поснимаю. Тетя какой-то, посмотрите, дорогие друзья. Ну, посмотрите, реально, какой кобель. Год и 3 или год и 4 ему. Ждем решения эксперта. Она выбирает тех, которые остаются для дальнейшего прохождения. Все, всех остальных попросит. Все, эксперт поблагодарит всех, пожмет ручку за участие. Приятно, когда эксперт уделяет внимание, подходит. Это очень приятно. И можете спокойно подойти после выставки, пообщаться с экспертом, спросить, что так, что не так, а как так, а что делать, а как сделать так, чтобы было лучше. Никогда никто не отказывает. Вот скоро не отказывали, когда ты подходишь. Теперь давайте посмотрим, кого отобрали. Так, наш красавчик тут. Так, блин, видите, дорогие друзья? Видите, дорогие друзья? Я подхожу, они идут. Они идут. Давайте я вам покажу, а кого отобрал или выбрал из такого количества эксперт. Как я обожаю, когда питбуль стоит в свободной стойке. Смотрите, как питбуль спокойно стоит, хорошо работает, вот еще. Я не могу понять, питбуль или став серый? Став. Став, да? Ну, дорогие друзья, вот как отличить, скажите, пожалуйста. Вот они рядом стоят, посмотрите. Но он покрупнее, Не, с этой стороны, с этого ракурса, где я снимаю, как отличить, что это питбуль или став? Вот так. Да смотри. Видно, что он покрупнее. Ну, ты же разбираешься, поэтому я же для зрителей говорю. Да, тоже должны разбираться. Да, откуда я, профан? На каждой выставке вас вижу, сомневаюсь. Это я работаю, мне платят, я снимаю просто. Не понимая кого и чего. Да я шучу. Я так специально говорю, чтобы зритель писал комментарии. Они начнут писать. Вместо юниоров приглашаются
Ну такой местный качок. Пинбуль! Дорогие друзья, две выставки, два призовых места, второе, третье. Поздравляем. Так, интересно, кто же второй? На второе место прям не рисуется. Он, конечно, среди победителей. Бигль! Ой, молодец! Да, порода, кстати, участвует на бестах и победит. А какая похожа? Поймем? Да, потому что на первое место идет Стаффорд. О, поздравляю, поздравляю, дорогие друзья. Это тот Стаффорд, который мне понравился. Поздравляю. Ну вот вы обращаете внимание, да, какие породы выигрывают? Амстаффы, питбули. Дай пройду, пожалуйста. Посмотрите, с победы всех побеждаем. Посмотрите, дорогие друзья, ну красота, ну ляпота, ну прям аж настроение бомбическое. Я уже убежал. Радуйтесь, радуйтесь. На общее фото. Товарищ спонсор, хватит фотографировать. Это не про меня, дорогие друзья, сейчас подумаю, я не спонсор. Нет, это не про вас. Это не про вас. Стаффорд, поставьте обратно. Это у нас будет мужчина с собачкой. Я не буду, не уговорили, мало заплатили. Среди 48 собак. В этом году на ток-шоу «Альфа-Стар» американский стаффордширский терьер. Ура! Поздравляем! Эти молодец. Всех поздравляем, все молодцы, дорогие друзья. Отдельное огромное спасибо людям, которые занимаются своими питомцами. Они не брошены, их любят, они занимаются. Хендлеры вообще молодцы. Поздравляем вас, вы молодцы. Хендлеры занимаются с утра до вечера, выставляются в выходные. Это огромнейший труд. Цените, любите, уважайте. Спасибо большое, всем счастливо, всем до свидания. Молодцы, все радостные, эмоции, народу много. А мы поехали строить дальше дома. До свидания. Спасибо за внимание. Не забываем ставить лайк. Вот где я стоял, смотрите. Вот сюда забрался, чтобы для вас поснимать. А потом туда перебрался. Вартан, рад был видеть, с победами. Взаимно. Нам есть над чем работать. Да, будем работать. Удачи с Богом. И поздравляем нашего Сэмика. Молодец, с победами. Сэмик, красавчик. Мы помчались. До следующего раза.